Привет, друзья! У нас сегодня 16 ноября. 16 ноября. И у нас сегодня, видите, какая погодка уже. Уже сыпет снег, но я вам хочу, ребята, сказать совсем другое. У нас уже вот вроде как началась зима. Это не очень приятно, конечно, что в ноябре уже сыпет снег и уже зима. Но я хочу сказать, что произошло неделю назад. Значит, неделю назад у нас был ураганный ветер, по провинции достигал 110 км в час. Это примерно 30 метров в секунду. Ну, это когда вам вдавливает окна в квартиру, или когда улетают заборы. Вот, или когда ты едешь по объездной дороге, и тебе нужно все время подруливать, чтобы тебя не сдуло в кювет или не сдуло на встречную полосу. Вот, потом где-то через неделю еще как бы продолжались эти ветра, но уже были не такие сильные. Но при этом не было мороза, было как бы достаточно, ну, выше нуля, и была температура такая еще приемлемая. Вот, получается так, что страховые компании начали массово выплачивать там за технику, за разморозившиеся продукты, пропавшие в холодильниках. Ну, сами понимаете, у нас на улице было такое, что на горизонте все было в фиолетовых огнях, когда коротили ЛЭП, обрывались провода, выезжали пожарные, выезжали там разные службы для спасения, значит, для порезки деревьев, которые падали на линии электропередач. И фотографии вам прилагаю, там мне сбросили то, что у нас было в парке. Вот, и было много поломанных деревьев. Я уже, честно говоря, не помню, я уже до этого, ну, был до этого, после этого я там не был. Было срезано много деревьев. Дело в том, что много деревьев было поломанных. Я одену капюшончик. Вот. Сейчас уже одеваемся вот зимнюю одежду, курточку, воротник из волка. Вот, ну, кепочку я одел, чтобы было для прикола. Так, шапку я ношу, конечно. Ну и, ребята, получается вот такая у нас картина. Вот наш парк. Это центральный парк в Монтоне. Я о нем еще сниму. Выпадет снег, будет красиво, будет солнечный день. Я обязательно сниму обзор о Монтоне. Вот. И у меня еще есть 3 видео смонтированные, уже ожидающие того, чтобы их выложили. Но эти видео я снял еще до того, как наступила зима. Поэтому это я сегодня выложу вот сейчас. До конца дня приду. И такое то, что как бы обновим статус, что у нас есть сейчас, чтобы вы понимали, какая у нас сейчас погода. Сейчас я возвращаюсь с урока французского. У нас бесплатные уроки французского в нашем комьюнити-колледж для приезжих. Скажем так, курс достаточно странный. Грамматику подают очень сумбурно, то есть вот так вот спонтанно. Когда его что-то спрашиваешь, он подает спонтанно. Нет структурированности, но все равно ходишь, потому что это бесплатно. Вот. Ну и по дороге сюда шел, я снял сейчас еще кусочек... такое забастовочка, страйк у сотрудников Канада Пост. То есть, я не знаю, зарплаты достаточно высокие. Ну, конечно, условия работы, я вам скажу, очень такие странные. Но очень много работы байкол по вызову. То есть, навезли тебе почты, нужно ее сортировать, отправлять куда-то. Они тебе звонят и платят $20 в час. Достаточно высокая зарплата для этой провинции. Вот, но это не целый день, это может быть 3 часа в день, это может быть раз в неделю, то есть это вообще непонятно как. То есть и вообще подписан такую работу, ну, причем, ну, работа достаточно серьезная компания, это как бы, ну, почему так? Нету такого, что вот полная ставка, иди там работай себе, да, и как. А вот так вот, ну, как бы очень так странно. Ну ничего, ребята, это такие особенности, как бы, кто хочет, работает, как не основная работа, ну такое. Ну, сейчас люди страйкуют, и я вам ставлю это видео, которое я снял по дороге сюда. Смотрите этот страйк. Так, ребята, я тут прохожу, идет страйк Канада Пост. Ребята веселые, Майдане там, вон эти, поднимают плакаты. Машут мне руками. Они совсем не злые. Но хотят больше денег. У них тут такой... У них тут такой, типа, своеобразный Майдан. Ну ничего, снежок такой начался уже, видите? Ладно, иду дальше.
Надо домой бежать, холодно. Так, ребята, ну а мы что? Мы сейчас возвращаемся домой. Мне сегодня нужно еще в библиотеку пойти, книгу продлить. Вот. Такая вот у нас картина. Смотрите, какой у нас... Это у нас парк. Сейчас я вам его еще отниму, покажу, какой он есть. И будем ехать домой. Делаем сейчас с вами небольшой экскурс по парку, обзор парка. Вот такая у нас здесь школа, гимназия. Красиво, конечно, было, когда еще деревья были в листве, но вот эти ураганы, которые были, все сорвали, и город сейчас у нас вот превратился уже фактически в зимний. Сейчас идет снег. Сегодня его обещают до 25 сантиметров. Вот, и у нас фактически наступает зима. Уже скользко стало, да, и еще отдельное, кто не успел переодеться, ой, переобуться, очень-очень, как бы, я так понимаю, ну, не то, что пожалели, ну, конечно, вчера, это отдельное видео еще было о вчерашнем дне, я его выложу скоро, а вчера я целый день провел на шиномонтаже на СТО «Мистер Люб», потратил целый день с 10:30 до 7 вечера для того, чтобы поменять резину. Я потратил свой четверг, свой выходной, который я очень сильно ждал, для того, чтобы хоть немного отдохнуть, там побыть дома и поделать какие-то дела. И получается, весь день его потратил в ожидании очереди. В Диепе находится это СТО. Говорю всем сразу, что там всего лишь один станок по бортированию и балансингу, поэтому очередь будет длинная. Вот такие здесь красивые у нас фонтанчик вот такой у нас есть, и вот такой красивенький у нас здесь есть еще, что это, калина или рябина, сейчас посмотрим. Рябина. Вот такой этот наш парк центральный. Он, конечно, уже будет побольше, чем все эти парки, так называемые парки, типа наш Сан-Ансельм, где я ходил, копал. Это уже парк такой, который похож на городской сквер, нормальный большой парк. Здесь уже как бы, ну, не просто лес с трейлами, да, где можно бегать, это уже такое место для гуляния и отдыха. То есть, ребята, вот этот парк мне очень нравится. И, в принципе, вот такая у нас красота сейчас. Ну, идет снег, и уже, ребята, скользко как, елки-палки, чуть не упал. Так, надо будет уже сейчас чапать домой. Красиво, ребята, руки мерзнут, калины, рябины, фонтаны. И вот такой вот у нас ноябрьский Диеп. О, Монтон. Геп у нас почти такой же. Итак, ребята, всем вам привет. Такие у нас новости. Смотрите, вот на фоне калинки этой. Такие у нас новости на сегодня. В принципе, у нас холодает, и у нас уже практически зима. Вот, ну ничего, ждем мы полимаунт, ждем зимние лыжи. И ждем мы рыбалку на корюшку. Встанет лед, можно будет ехать на корюшку на океан, и можно будет ехать на щуку на Princess Lake. Такие дела, ребята. Зима — это тоже хорошо, хотя немножко холоднее, чем обычно. Затем, ребята, всем пока, до свидания, до новых встреч. Смотрите, после этого видео будут видео, которые я отснял до того. Они будут интересные, они будут красивые. Всем пока. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Сегодня 16 ноября, Нью-Браунсвик, Монтон. Аревуар!